Международная общественная организация Moto for Peace уже 15 лет проводит мотопробеги на разных континентах с благотворительными миссиями. В этом году нашу страну представляет экс-чемпионка мира по боксу Нина Абросова. В Кронштадтский морской собор Нина пришла за благословением. Ей предстоит долгая дорога из Панамы в Нью-Йорк на мотоцикле. В этот раз энтузиасты из 8 стран поставили цель – привлечь внимание к бездомным детям Гондураса. Дети Боливии передавали картинки, и потом какие-то денежки собрали на то, чтобы мы довезли и заложили первый камень строительства детского приюта в Гондурасе. И все страны и города, которые мы будем посещать, там Коста-Рика, Белиз, Мексику, в Америку потом едем, Северную. В каждом городе, в котором мы останавливаемся, мы будем говорить о том, что там есть такая проблема. Интересно, что эти акции проводятся под эгидой Интерпола, поэтому все участники благотворительного пробега будут одеты в полицейскую форму своих стран.